Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свои небольшие покупки в Магнит Косметик. Будет парфюмерия с Wildberries, очень бюджетная. И также будет заказик T&D, который я успела сделать до повышения цен еще, по-моему, 28 февраля. И мне вот пришел заказ где-то 5 марта, и 5 марта уже цены на сайте взлетели на 20-25%. Поэтому прям все впритык у меня получилось. Я увидела в Магнит Косметик буквально по 83 рубля, если не ошибаюсь, 83-85 рублей. Соль для ванны килограммовая. Соли сейчас стоят полкило, я не знаю, рублей 100-120. И увидеть такую большую пачку за 82 рубля очень даже хорошо, тем более она идет с какими-то добавками. Здесь написано «для снижения веса», ну, естественно, одним этим не обойдешься. Я еще когда покупала целых три пачки, там просто было три вида, я хотела все три попробовать, пока бюджетная цена, тем более, это на скидках был товар, без скидки стоил рублей 120. И сзади просто стояли бабушка с дедушкой и обсуждали, сколько всего я накупила для снижения веса, как будто, блин, это поможет. В общем, здесь соль идет английская, выводит токсины, активизирует обменный процесс, глубоко очищает кожный покров и снижает мышечный тонус. Соль в принципе сама по себе полезна для очищения кожи. У кого есть прыщечки на спине, то прям советую соляные ванночки. Также еще соль обеззараживает, и я, в общем, когда ванну принимаю, всегда добавляю соль. И еще у нас здесь была с имбирем, вот это немножечко опасненько, я так понимаю, она разогревающая, возможно, какая-то, и здесь ускоряет сжигание жира, я так понимаю, разогревает, там улучшается циркуляции крови, и за счет этого все-таки, может быть, и идет какое-то сжигание жира, но оно, естественно, прям минимальное. И еще последнее, это соды. Больше взяла именно для мужа, у него очень много воспалений на спине, и я надеюсь, ему это поможет. Мы используем еще спиртовые спреи от Avon и периодически попрыскиваем, действительно помогает. Но вдобавок еще спирт сам по себе обеззараживает, и вот эта комбо дает неплохой результат. Естественно, ничего не вылечит, но то, что вышло на данный момент, по крайней мере, будет в более лучшем состоянии. Дальше я пошла, вообще зашла я только за бумажными полотенцами. 59 рублей, это самая дешевая цена была. Просто обычные бумажные полотенца. И это не просто хост-товары, которые скучно смотреть, знаете. У нас просто проблемы с воспалениями с мужем были, и мы уже очень много лет не используем для лица полотенца. Мы берем именно бумажные полотенца. Мурзи пришел тут помогать. Вот, и в общем, действительно, личико становится чище. Либо же, если вы используете обычное полотенце для лица, то вы должны его менять буквально каждый раз. То есть купить какое-то маленькое. Мурзи, не лезь туда, пожалуйста. Купите какое-то маленькое, и его каждый день нужно будет стирать, чтобы использовать там на следующее утро. Возьмите несколько штук, если вы не хотите бумажные использовать. Все-таки, тряпичные, наверное, будет выгодней, но мне намного проще взять именно бумажные. Вот, тем более, в принципе, в доме всегда нужны. Ценник на 2 рулона бумажных полотенец сейчас тоже под 100 рублей, поэтому за 59 пойдет, хоть здесь и всего лишь двуслойное. Папе стоило 119 рублей. 2 рулона, там 3 или 4 слоя, в общем, я решила просто бюджетненько отстреляться в этом плане. Дальше, что еще я взяла в Магнит Косметик? Расходники сейчас тоже стоят адских денег, по 44 рубля La Fresh, это не прошитые ватные диски, но они мне нужны, чтобы котику чистить ушки. Сейчас ватные диски стоят рублей 80-100 за 120-140 штук, наверное, еще в фикс прайсе, пока цену не подняли, надо будет забежать прошитые взять для себя. Но не прошитые для чистки ушек даже, наверное, получше будет. На скидках тоже 44 рубля. Я видео сразу же выложу. Я вот сегодня была в Магните, сегодня же я выложу видео, чтобы было актуально, потому что цены меняются не просто каждый день, а каждый час, наверное. Дальше, по 49 рублей, тоже на скидках, я взяла ватные палочки, не думаю, что они будут стоить каких-то адских денег, но мне нужно было в ванную комнату именно в упаковке, а в упаковке уже рублей по 80-90, поэтому за 49 очень даже хорошо.
По ароматам. По ароматам я осталась довольна покупками своими, потому что я урвала за 230 рублей Брокарт. Они везде стоят за 300. Ну, 280, по-моему, самые дешевые я видела на рандеву, а тут за 230. Мне написала Аня с Израиля Пафана и напомнила мне про эти водички. У меня они были в избранном, там 3 или 4 вида. По-моему, фиолетовый есть. Не то желтая, не то зеленая какая-то. И вот это красная. Я хотела все три взять. И начну с красной. Это вроде как аналог одной из водичек Tom Ford, который идет Cherry, по-моему. И аромат меня очень порадовал. Здесь 100 мл, они пришли с замечательным сроком годности. Такая приличная упаковка, я бы сказала. Наклейка не кривая, ничего. Потому что бывает у бюджетных ароматов, они делают вот такие наклейки еще и криво. У Avon такая фишка есть. У них, например, ароматы X-Series идут с наклейкой, и эти наклейки, ну, прям тяп-ляп, криво-косо, непонятно что где, здесь нет, все замечательно, и аромат, он офигенный, это пряно-сладкий аромат, который отдает немного древесными нотами, держится просто замечательно. На мне вот он сейчас уже 3-4 часа, и ушла вот эта терпкость, остались какие-то древесные ноты, и сладость небольшая, не ощущается спирта, то есть это не одеколон какой-то, это действительно такая добротная туалетная водичка, на парфюм не тянет чисто из-за стойкости, но аромат классненький, ссылку я оставлю на Wildberries, отслеживайте на скидках. Дальше. Ранее я показывала вам вот такую водичку от Sergio Neyra. Кстати, оставлю ссылку на видео про ароматы Брокарт. Очень достойная компания, ну серьезно. От Sergio Neyra у меня очень много всего в избранном висит, и мне тут подруга подарила вот этот аромат Purple Rose, и я осталась в таком восторге. Это сладко-древесный какой-то аромат. Тоже совершенно не ощущается спирта. У него, я им поливаюсь, я делаю где-то 4-6 пшиков, стойкость часа 4, наверное. Ну, я не знаю, у меня, в принципе, горячая кожа, видимо, и не особо хорошо на мне все держится. К тому же, нередко ароматы трансформируются, и может там на одежде вкусно быть, на мне совершенно тошнотворно, но здесь нет, что на одежде, что на моей коже. Вот эти два аромата, они просто замечательно звучат. И ценник был 370 рублей, я тоже взяла и в запас, и на подарки. И здесь, кстати, подписано, что это за аромат. Это древесно-фужерный, вот здесь, наверное, лучше покажу. Верхние ноты, ноты сердца и базовые ноты. Если кому надо, поставьте на паузу. Ну, ссылку я тоже оставлю. Девочки писали, что эти ароматы покупали, вот эти, я сейчас про Purple Rose от Sergio Neyra, по 260 рублей, что ли, в Магнит Косметик. Магнит Косметик, я не видела эти ароматы, к сожалению, я бы, наверное, тоже закупилась. Вообще, в принципе, про ароматы Магнит Косметик можно, наверное, снять отдельное видео, потому что там очень много всего достойного. Например, Пиано было, Бончан, очень крутой такой медовый, сладкий, согревающий аромат. И, ну, ценник у него был буквально рублей 360. Он и сейчас там продается, но уже за 450 рублей, а я брала еще и по акции 1 равно 2. Поэтому, ну, в Магните бывают очень достойные акции. Дальше давайте Тиандэ немножечко посмотрим. Я сейчас скрою тут личную информацию. Заказ у меня вышел на 2727 рублей. Заказ был достаточно большой, я считаю. И это ценники без скидки. Вот на эти ценники налагалась скидка 35%. Делала я заказ из-за вот таких вот штучек, на которые мне оставляли очень много хороших отзывов. Прям нереальное количество крутых отзывов. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь есть. Вот эти две одинаковые, и это уже повторная покупка. Здесь у нас 8 штучек. Так, это, вот. Внутри находится тест для определения, как это правильно сказать, экспресс-тест для контроля уровня pH микрофлоры. Вот, и, соответственно, этот тест можно купить отдельно в аптеке, а можно приобрести вместе с необходимыми штуками в Тиандэ. И ценник был у них, где, по 391 рублю. Сейчас они стоят больше 400 рублей.
450, по-моему, либо 449, либо 487, что ли. Ну, просто я вот заказала, и буквально с марта ценник вот на 50, на 100 рублей. Ну, 20-25% там вообще спокойно выходит на большинство товаров. Дальше. Я взяла несколько сывороток для волос несмываемых. Они были по 638 рублей. Они сейчас стоят где-то 778 рублей. И я заказала одну за счет бонусов. Там тоже каждый месяц я делала заказы на 2500, на 50 баллов минимум. И мне по 100 декоинсов приходило. Это, грубо говоря, балловая система Тиандэ. И одну пачку я взяла по баллам. Я, кстати, тут не договорила. Тут есть еще одни. Здесь я пока ничего не могу сказать. Это ночные. На травах написано. И ценник был... Где ценник? На втором листочке, что ли, остался? 369 рублей, и здесь сколько штук? Здесь 10 штук, соответственно, их даже выгоднее как-то, что ли, брать. По поводу вот этих штучек на травах, я сейчас расскажу про обычные ежедневки. Здесь 25 штук, они идут в индивидуальной упаковке. Самое смешное, что я та балда, которая сначала заказала, использовала, а потом такая думаю, а что мне так пирожочек подпекает? Оказывается, в составе есть экстракт мяты, перечной мяты. И знаете, это написано для того, чтобы как-то там... Было на сайте красиво написано «расслабить». На самом деле не расслабить. Некоторые девочки, если у вас очень чувствительная кожа, вы побежите, во-первых, мыться, во-вторых, менять это все добро. Потому что печет знатно. Поэтому имейте в виду, я пользуюсь, я уже привыкла, если честно. У меня не настолько, видимо, чувствительная кожа. И я так в надежде, что это действительно полезно для женского здоровья. У меня просто есть небольшие проблемы. Вот. Дальше, по поводу вот этих... восстанавливающих несмываемых капсул. Это сыворотка в капсулах. Я впервые такое вижу, честно. Я, может, конечно, мамонт. Сейчас открою. Вы видите этого льва на водопое? Он меня так сбоку аккуратненько слушает. Обычно он сразу рядышком ложился, но вот этот вот фон, который я специально купила для видео, он его обожает. Но тут он, видимо, решил отдохнуть от меня, от всей этой болтовни. Вот, в общем, по поводу этих капсул, 638 рублей, сколько здесь штук? Здесь есть, кстати, артикулы, вот состав, срок годности до 23-го года, равномерно распределите на влажных волосах, не смывать. Грубо говоря, это просто типа масло для волос, и я хочу увидеть, сколько здесь штук, но, видимо, не дано. Это все выглядит вот так. Невероятно прикольно. Я на сайте прям смотрю. На сайте, кстати, эти капсулы, они прям такие ярко-зеленого цвета. И давайте откроем. 15 штук. То есть 15 применений. 638 рублей. Если скидка была 35%, соответственно, ну, рублей 400, допустим, если мне обошлись эти капсулки. Это все равно выходит не бюджетно. А поскольку они миллилитров, обычно такие масла делают от 30 до 150 миллилитров, если просто силикончики, обычно 150, если что-то более стоящее, то по 30. Здесь 15 штук по 1,1 грамма, соответственно, 16,5, и это очень мало. Но из плюсов вы можете взять спокойно это в дорогу, вот эту жопку отрезаете, внутри находится масло. Видимо, ну, одна капсула должна хватать ровно на одно применение. Я еще сейчас покажу капсулу, которую я у них покупала для лица, тоже весьма прикольный, и пока Тиандэ я довольна. Не могу сказать, что там бюджетно, но меня, когда я что-то брякнула про цену, мне девочки сказали, что у Тиандэ невероятное количество крутых сертификатов международных, что очень крутые составы, и на самом деле, действительно, я некоторые вещи вижу впервые, как вот эту колбочку, но это не исключает того, что возможно, я просто невнимательна и, ну, еще плохо знаю косметический рынок в некоторых областях, поэтому для меня это все удивительно. Я покупала капсулки для лица, и ценник был в районе 800 с лишним рублей. Сейчас они стоят 909 рублей. Они мне обходились, наверное, рублей в 650, но здесь 36, что ли, штук. И, в общем, их много. Они идут вот в такой упаковке. И капсулки эти очень хорошо питают кожу. Мне понравились вот такие же рыбки от...
Stellar Skin, и там 7 штук стоят, ну, минимум 280 рублей, даже на каких-либо скидках. А ценник получается чуть-чуть выгоднее, чем в Stellar, но и по 10 они мне показались хуже, но при этом действительно хорошо питают. А классная отдельная упаковка, я такую покупаю и просто своим девочкам немножечко отсчитываю, буквально по 7 штучек, чтобы курс прошли, и это тоже прикольная вещь на самом деле. Что вам нужно, сэр? Что вы пришли? Вот, как я и говорила, он сейчас просто ляжет и будет смотреть, как я снимаю. Так, что у меня еще было в заказе? Давали супчик бесплатно, меня спрашивали, есть ли там еда. Там, в общем, есть очень много всего для похудения. Там есть какое-то кофе, какой-то бьюти-шоколадный напиток, чая очень много, есть чай китайский, есть какие-то алтайские травы. В общем, еды там тоже много, в том же Арифлейм, например, в Фаберлике много всего. Что ты там проверяешь? Что ты там проверяешь? Морзя, перевернется ведь. У меня там еще несколько продуктов осталось, но, видимо, мне придется подождать, пока он там все наковыряет, и потом только доставать. У меня остался еще наборчик. Морзя. Ну ты не лезешь, ты большой. Там внутри очень много продуктов, и он просто не лезет. Морзя. Ничего не знаю, мне удобно. Все? Айда вылази. Давай вылази. Вылази давай. Так, там еще остался набор. Сейчас у меня ребенок, походу, перевернется, если я его держать не буду. Поэтому давайте мы будем рядом. Мне не нравится этот фон, но что поделать. В общем, я взяла вот такой наборчик. Здесь у нас идет шампунь и идет маска. Маска здесь 100 мл, обратите внимание. Кстати, у Тиандэ от 2500 или от 2000, от 2000 вроде новичкам, от 2500 идет бесплатная доставка курьером на дом. Это прям огромный плюс. Все, прыг, прыг-скок. И... Ну, в общем, выходит достаточно выгодно. Лично я, по крайней мере, так считаю. Я вам уже показывала этот наборчик. Я его коллеге на 8 марта хотела подарить. В итоге я немного заменила подарок и решила, что эти наборы я подарю другим девочкам. Здесь внутри находится шампунь, который выглядит весьма так презентабельно. Внутри есть вот такая подкладочка, подставочка и маска для волос. Шампунь 220 грамм, маска 100 грамм. Могли бы, по сути, шампунь до 250 прокачать. Ну, да. Ладно, не суть. В красивенькой упаковочке пахнет какими-то не то травами, не то чем. Могу сразу сказать, прям из упаковки уже пахнет. И от Тиандэ я пробовала средства для волос, пока только самые бюджетные, и они мне очень понравились. Стоил этот набор 699 рублей. Сейчас он на сайте, если не ошибаюсь, 777 рублей стоит. Дальше, также по баллам, у меня было 3000 бонусов, за 2000 я купила вот эти капсулы, ну, то есть сэкономила буквально 400 рублей, получается, и вот такая паста стоит на сайте 300-400 рублей примерно, это тайга, отбеливающая зубная фитопаста на древесном угле, не пробовала, не знаю, но пасты Тиандэ очень сильно хвалят, там есть пасты вообще за 1000 рублей, я только по бонусам и буду брать, явно сама никогда не куплю, и здесь есть артикул, граммовка, надеюсь, здесь 75 мл, 9 месяцев после вскрытия, не тестируется на животных, сделано, кстати, в России, ценники, кстати, у Тиандэ не на все поднялись, они поднялись избирательно, я очень надеюсь, что это та компания, которая на российские продукты, если они здесь производятся, из нашего сырья, то они не будут повышать цены, я понимаю, если продукт зарубежный, соответственно, да, ценник повысит, но повышать абсолютно на все ценник, это немножечко, ну, нечестно, я считаю, стоять. Дальше, последнее, что осталось, это набор.
наборчик, который я взяла на подарок. Во-первых, здесь идет гель для душа кофе, который у меня есть. Он очень вкусно пахнет. Этот гель стоил 289 рублей. На данный момент на сайте он стоит 333 рубля. Дальше, вот в такой упаковке. У них, знаете, у Тиандем мне очень нравится, как они это все упаковывают. У меня, кстати, это получается мой 4-й заказ и 4-й месяц я там зарегистрирована. Меня Тори Петрова познакомила с этим брендом, за что ей спасибо, потому что, ну, надоело Avon, надоело Faberlic заказывать, в Oriflame тоже дорого, тем более доставка в Oriflame мне где-то в 250 рублей влетает, либо же нужно набирать прям на 100 баллов, а это больше 5000, чтобы мне курьером бесплатно привезли. Поэтому как-то я стараюсь немножечко поменять направление, и пока меня Тиандем радует. Дальше соль для ухода за телом. Девочки в комментариях писали огромное количество положительных отзывов на соли Тиандем. Они сейчас тоже подорожали, к сожалению. Сделаны они в Китае. Тоже Китай. И гель для душа сделан в России. Вот. Но я не знаю просто, что там в составе, возможно, просто не русские ингредиенты, как многие сейчас оправдывают повышение цен. Здесь тоже сделано в Китае. По сыворотке, кстати, мне тоже интересно, сделано в Китае. Это русско-китайский бренд, но, в принципе, я это уже и так знала, для меня это не открытие. Вот, будем, ну, то есть я это отправлю на подарочек и буду смотреть отзывы. По поводу этих гелей для душа, они очень вкусно пахнут, там есть с апельсинкой, и ананасиком. Я, по-моему, как раз-таки с апельсинкой еще только не пробовала, или с ананасом. Ну, в общем, мне оба геля понравились, но вот этот мой самый любимый, естественно. Они вот так вот все заклеивают скотчем. Всегда все бутылки у них заклеены, либо вообще находятся в слюде, за что им огромное просто спасибо. Все, я буду заканчивать. Это все, что у меня было. Видео, как я говорила, я выкладываю день в день. Сейчас, в принципе, монетизацию отключили, соответственно, YouTube сейчас будет работать, ну, знаете, видео для души. Вот кто снимал, кто для этого канал заводил, те и будут. Мне, к сожалению, очень жалко каналы, которые, скорее всего, крупные, где девушки прям вложились в камеру, всякие софтбоксы. Я не знаю, как что будет, но я очень боюсь, что русскоязычный YouTube станет как-то скуднее на информацию. Ну, в общем, девочки, держитесь, выкладывайте видео, ну, потому что я понимаю, что некоторые видео сейчас утратили свою актуальность, у меня тоже в запасе много всего, но я все равно эти видео выложу. Ну, не думаю, что просто мигом все продукты пропадут, и то, что я там покажу, если кому-то понравится, все равно у вас будет возможность это достать. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот, поэтому все держитесь, не грустите сильно, как-то постарайтесь поднять себе настроение, отвлечься от той всей ситуации, которая происходит. Посмотрите на Мурзика, он терпеливо ждет, пока я закончу вещать, и освобожу ему, видимо, фон. А я ему фон отдавать не собираюсь вообще-то. Чья жопка? Сам мурчит, сам типа недовольный. Да? Чё ты там делаешь? А, психуешь ты? Как ты умеешь психовать? Покажи, как ты психуешь. Засранец. Купила пластырь в аптеке. 150 рублей сейчас стоит вот эта вот штучка пластырь. Да? Все, скажи всем пока. Мы будем заканчивать видео. Не забудьте поставить нам лайк, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока.